Дети земли. Под такой назвой у Гомелі прошел вечер национальных культур. Его просвятили сусветному дню беженцев, який означается 20 червня. Мероприемство наведал представник управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев у Республики Беларусь Жанны Убушарди. Гостей познакомили с творчим потенциалом людей разных национальностей, которые проживают у Гомелі. На выставе можно было увидеть экспозиции, присвященные славянской, еврейской, итальянской и цыганской культурам. Люди разных наций подтримливают свои традиции удалечения от родимы, а хамельчане с цікавостью долучаются до их. Нам 15 год, зачем недавно святковали, и за эти 15 год мы ни в одной ноты не заиграли под фонограмму. Ближайшие годы 49 так само не планируем. Минулой осенью святковалась такая вельми серьезная дата, 100 годзе хава нагилы. Вот, и полова зала, 500 человек в великой зале, больше из яких белорусы, спевали разом с нами «Хава нагила», «Давайте веселиться и святковать». Беларусь предпринимает максимально возможные усилия в плане приема и последующей адаптации беженцев, тех, кто приезжает в страну. Особенно характерно этот вопрос был, начиная с 2014 года, когда большое количество граждан Украины въехало на территорию Беларуси. Говорится о такой цифре порядка 160-170 тысяч человек, что, в принципе, чуть более чем 1% населения Беларуси. И благодаря усилиям властей, главы государства, были встречены, и, во-вторых, максимальную помощь, которая была возможна, им была оказана. Плюс к этому есть выходцы из таких государств, как Йемен, Афганистан, Сирия, которые въезжают на регулярной основе в Беларусь. Беженцы и вымушенные переселенцы – люди, которые изменили краину проживания за погрозы для життя. Актуальные питания, которые им треба вырашать на новом месте – працаулаткование, пошук сродков до існавання, доступ до медицины и адукации.